А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Dog Life Games. Здесь ты сможешь найти крутые и смешные монтажи и ролики по CSGO. Так что заходите и подписывайтесь, ссылочка на него в описании. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры. Да, давно уже не было серии по этому сезону, и в принципе, ребята, чтобы сейчас тут не засиживаться и сразу же приступить к делу, мы, наверное, пойдем и вернемся в наш мир клоунов. Кто это там рычит нафиг? Вернемся в наш мир... Вот, кто там рычит. Вернемся в наш мир клоунов, потому что, смотрите, так... Мы добыли вот этот вертолетик. Это оказывается не вертолетик, а это оказывается спавнер, да. То есть нужно найти какой-то той бокс, с помощью которого мы сможем заспавнить потом босса клоунов, да. Поэтому нужно будет вот это все сделать. Ребята, я не буду отвечать в чат, я не буду никому писать тогда, когда я играю на сервере и тогда, когда я что-то хочу сделать. Потому что, ну, в принципе, я занят, да, я не хочу отвлекаться и общаться в чат, потому что вам это не будет интересно, если я сейчас зайду на сервер и начну новую серию, и все, что я буду делать, это общаться в чат с другими игроками, да. Я забыл, не забыл, я пришел для того, чтобы показать какой-то экшен, показать новую серию и что-то новенькое. А если мы просто зайдем на сервер и будем общаться с другими игроками, то это не очень. Поэтому, ребята, извиняюсь, но я так не делаю. Так, сейчас это давайте посадим. Стрелы. Как делаются у нас стрелы? Arrow элемент. Как она называется? Элементал. Элемент. Я просто уже забыл, я уже давно не играл, если честно. Вроде... Ага, вроде я помню, А, в принципе, вот тут можно посмотреть, если... Да, вот. Ага. Перья, вот то, что есть ли у нас перья, я не знаю. В ряде у нас есть перья, лимонайт у нас есть. Лимонайт, вот он. Лимонайта у нас дофига. А где весь хлам? Весь хлам вот тут. Не, ребята, перьев... Да закройте там рты за окном. Не, ребята, перьев у нас нету. Давайте вот это возьмем, если нужно же в том мире это пригодится. Перьев у нас нету. Это очень хреновенько, потому что без перьев... Да кто там? Ух, твою мать, честное слово. Я бы тебе так вот жопу всю сейчас расквасил, но я не могу, потому что не хочу ломать стекло. Повезло тебе, чувак, повезло. Так, весь хлам это сюда. Это я не знаю, что надо... Так, где у нас... Вот, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Круто. И вот это тоже вот сюда. И, да, ух, ребята, давайте идем нафиг отсюда, а то он меня бесит, если честно, вот этим своим ревом. Нафиг. Поэтому давайте быстренько валим оттуда. Потом я еще заспавню вот этого босса скелетов. Я потом еще схожу в тот мир и добуду вещички. А, вот тот опять орб, да? Ага, я думаю, у нас просто бронька не очень так хорошо выглядит. Она уже практически, ребята, поломана. Она уже практически поломана. А новой броньки у меня нету. Это я, наверное, потом тоже вне серии сделаю, потому что в серии, ребят, это долго. Вот эту всю броньку добывать, нужно в шахты ходить и вот это все самому делать. Поэтому, ребята, я, наверное, действительно потом это все сам сделаю. И без... ну... Вне видео, да, можно и так сказать. Вот сейчас, что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Давайте тпхнемся на синенький. Просто мне... Никого тут нету. Ты уже напугал. Нифига себе, это что вообще такое? Это вообще что такое? Ага, вот смотрите, там что-то есть. Или это обычный какой-то... А ну сейчас... Ну вот это монстр, это 100% монстр, потому что я на карте даже вижу. Я сейчас, опа, попал, а вот теперь уже хрен попаду. Ну давайте, в принципе, туда простроимся, посмотрим, что там такое. Что это вообще, да? А потом, ну, в принципе, мне кажется, тут ничего не будет. Это обычный трейдер, которого мы уже... У которого мы уже покупали вот эти все шмотки. Я, если честно, даже не знаю, что тут нужно искать. Знаете, что тут нужно искать? Нужно искать вот тот той бокс, как он называется. А зачем он? Затем, чтобы заспамить вот этого клоунского босса. А его заспамить можно... Так, давайте его сейчас... В
Вот, его можно заспавнить с помощью вот этого вертолетика, который мы купили, но сначала его найти нужно, да, это, в принципе, мне кажется, не так уж и просто, это нужно какой-то спавнер найти. Ух, давайте, опа, вот так. Ну вот это ух, нахрена я вот эти все гемы выложил? Смотрите, тут тотемы всякие есть. А нужны ли нам вот эти тотемы? Ребята, пожалуйста, скажите, зачем вот эти тотемы? Гемов у нас до хрена есть. Вот эти гемы у нас есть до хрена. И как я сейчас понимаю, их лучше всего... Я могу это... Нет, не могу. И вот эти гемы лучше всего хранить у себя в инвентаре. Потому что, вы видите, сейчас мы бы смогли купить вот эти все тотемы, но я не представляю, зачем они. Ух ты ж, нафиг. Ладно, давайте сюда. Ага, сюда нельзя, а сюда... Сюда можно. А, вот, видите? Так, это что? Руншрайн. Ну, это у нас уже вроде было, но все же... Давайте еще возьмем. Это не берем, потому что это ничего не делается. Что это? Компас Рун Пост. Фу, так. Куда бы нам пойти, ребята? Куда бы нам пойти? Вот тут есть еще какая-то фигня. Давайте, знаете, наверное, вот сюда пойдем. Правда, я не вижу... А хрен его знает, честно. Какая тут должна быть вот эта телепорт. Нет, не туда я хотел. Сюда, наверное. Да, вроде вот сюда. И сейчас, да, давайте вот это удалим. 3 метра, вот это. И поищем что-то тут крутое. Нам нужно просто-напросто бегать по миру, убивать клоунов. Ух ты. Они... Где они нафиг? А, он невидимый еще. Невидимые клоуны, это вообще бесячие, если честно. Нам нужно просто-напросто бегать по миру и искать вот этот спавнер. Но мне почему-то кажется, что это реально будет немного сложновато, потому что, ну, найти спавнер босса, это само по себе звучит как будто, ну, какой-то вызов, да, то есть... чувак, пожалуйста, я понимаю, что ты хочешь помочь, я говорю тебе спасибо, но, извини, я сейчас не буду ни с кем говорить, ни с кем общаться, потому что сейчас серия, я не хочу, еще раз повторяюсь, я не хочу сейчас сидеть и общаться с другими людьми, чтобы вам было скучно, да. На это есть комментарии, на это есть сообщения в ВК, но лучше всего комментарии, потому что на сообщении в ВК я уже... Ну, заколебали меня всякие там дети, которым обзываются, или даже если что-то нормальное, люди что-то спрашивают, лучше не надо в комментарии, не в комментарии, лучше не надо в сообщение в ВК, потому что, ребята, там и так у меня много флуда, много спама, много людей, которые просто-напросто пишут: «Эдисон, что делаешь пока?» и просто-напросто засирают мне сообщение. Опа, вот это вроде и босс, или что это? Поэтому, ребята, лучше не надо. Если вы хотите что-то спросить, пишите просто в комментарии. В комментариях я вам, ребята, постараюсь ответить. В сообщении ВК, как я уже сказал, лучше не надо, потому что, ну... Там много всякого флуда, ребята, и это немного меня бесит. И люди вообще пишут как бы бессмысленные иногда какие-то сообщения, которые вообще, ну, вы понимаете, да? Фу, ладно, давайте быстренько... Юх, я не хочу прыгать вот так. Ну, что-то. Почему-то мне кажется, что это босс. Почему-то у меня есть такое ощущение, что это босс, ребята. Потому что, ну, раньше мы же не встречали такую большую-большую построечку. Почему-то вот есть уже такое ощущение, что это, наверное, все-таки будет босс какой-то. Опа. Да, вот видите, там что-то есть. Я не знаю, что это такое, но... Давайте перед тем, как мы туда отправимся, вот их поубиваем, потому что, ну, не хочется туда идти еще. О, этого мы скинули, там еще кто-то был, вот он. Но туда мы уже, да, туда мы уже вряд ли, да, настрелим, поэтому давайте вот так. Вот видите, там вот этот продавец, еще один вот там. Но, в принципе, я не вижу пока что смысла, да, в принципе, нам и не нужно туда идти, потому что мы уже в продавца все купили вроде в предыдущей серии. Опа, пока они еще не подошли, можно их так пострелять, в принципе, поотталкивать, вы видите, даже поотталкивать. Той бокс, ребята, это босс. Это босс. Я не знаю, честно, вот смотрите, я уже боюсь, поэтому я тут все застраиваю, чтобы нас не скинули. Ребят, я не знаю, честное слово, мне очень страшно, как с этим боссом сейчас сражаться.
очень как-то страшно. Я просто даже не знаю, сильный ли он или нет. Ну, это мы... Вот, тут у нас есть еще. Ребята, что делаем? Ай, ай, не могу, не могу. Нужно ближе, наверное, подойти. Вот так. Ребята, не, нет, меня убьют, мы не сможем его убить. Я просто-напросто нажал на паузу, потому что нужно было, потому что там музыка появилась, поэтому я и нажал на паузу, чтобы ее остановить. А по-другому я бы просто-напросто не смог. Ребята, вряд ли мы его сможем убить, он очень... Ну, вы сами видите, то что... Хотя, если вот так, смотрите. Опа, сейчас. Так, нужно отхилиться, нужно отхилиться. Ай, ай, ай. Как он нахрен нас убивает? Ваш... О, как он меня бесит, вашу... Иди сюда. Не... Да куда ты нахрен ты пехаешься? В какой в жопу мир? Что это за бред? Вашу мать, как меня вот эти телепорты нахрен бесит? Так, секунду. Ух, ребята, ну вернулся я в этот мир, только я нашел другой вот этот спавнер, потому что мир тот опять какой-то, я не знаю, ребята, вы помните с тем миром, какая фигня была, с доисторическим, когда нас один раз убили, когда один раз нас убили, и мои вещи выпали, когда я вернулся на то место, где были мои вещи, они пропали, и потом через несколько серий, когда я опять туда вернулся, мир как будто опять заспавнился тот, что был тогда, когда нас убили. Как будто он опять заспамился, и наши вещи там валялись. Также и теперь я вернулся, и мира не было. И сейчас я немного побегал, вернулся. Но спавнер почему-то пропал, и я был вынужден заново его заспавнить, потому что вы видите то, что, ну, лаги бывают с этими мирами, а Keep Inventory я не могу включить. Ребята, я пробовал, может даже сейчас... Короче, ребята, лучше даже не говорить об этом, просто-напросто Keep Inventory не работает. Я не знаю, почему он не работает. Но когда ты его включаешь, выключаешь, он просто-напросто не работает, я не знаю почему. Вещи также выпадают. Но сейчас, ребята, смотрите, у меня другая тактика. Я построил небольшой такой бункер, или не знаю, бункер не бункер, и сейчас он не может нас так убить, как в предыдущий раз, потому что он стреляет вот только в одну точку, а мы можем спрятаться, отхилиться, и по сути он никуда не улетает. Самое главное, чтобы вещички, которые с него могут выпасть, чтобы они куда-то вниз не упали, поэтому, смотрите, я так и застроил вот тут. Ребята, звук я выключил, я уже говорил, почему, потому что там и звуки какие-то, я не знаю. Ну, короче, лучше не объяснять, а просто Опа, там кто-то упал, нужно еще его будет убить, чтобы нас не убили. Лучше мы его убьем, чем он нас. Так, ребят, 600 жизней у него еще осталось, уже чуть-чуть меньше. Вот так, конечно, его просто убить, хоть у него и 3000 жизней. Если бы мы с ним сражались на мечах, то, конечно, он бы нас убил. Но никто не запрещал за вот такими хитрыми способами его убивать. То есть, почему мы не можем вот так спрятаться, из-под тишка его убить? Кто-то это запрещал? Нет, ребята, никто это не запрещал, поэтому мы уже его практически... Ребята, ой, фух, убили, звук. Так, да, звук, все нормально. Ух. Ща, дайте я вот этого убью. Так, что тут у нас выпало? Толком ничего, выпала снайперка. А, снайперки я стрелять не могу. А как пули крафтятся? Буллет, баль, нет, не для этого. Нахрен его знает как. Ребят, пожалуйста, скажите, как снайперка крафтится? Не снайперка крафтится, а как патроны для нее крафтятся? Вот, видите, то есть стрелять я с нее не могу, потому что у нас нету просто-напросто патронов. Вот. Но снайперка это реально прикольно. И плюс тому, смотрите, мы выбили его статую. Круто. Давайте вернемся домой. Ух ты ж. Так, дайте я перезайду. Так, ребята, вот я перезашел. Мы идем быстренько домой. Ух ты, нифига себе. Я вынужден был себе, ребята, вернуть вещи, потому что такой же баг был, как и... Да, твою мать! Такой же баг был, как и тогда, ребята. Я ничего не мог сделать, потому что наши вещички пропали. А вы знаете, что был уже вот такой баг, когда наши вещички пропали, и это реально баг. Не я что-то придумываю, это реально баг. Потому что, помните вот тот доисторический мир? Мы пошли, нас убили. Мы вернулись, наши вещи пропали. Как будто мир другой заспанился. Не тот, когда мы были в предыдущий раз и когда нас убили. Как будто другой заспанился. А потом
Через несколько серий мы вернулись, и мир как будто опять заспавнился, и наши вещи там валялись уже, я не знаю, несколько серий. Да какие несколько серий? Да, несколько серий там уже наши вещи валялись, я их не мог забрать, потому что, ну, как бы, я не знал, что они там. Я потом смотрю, наши вещи валяются. То есть это вот баг с этими мирами, то, что они как будто заспавниваются. То есть если тебя убили в одном месте, в этом мире, и ты очнулся в себя в кровати, дома, да, как, ну, когда тебя убили, то даже если ты... обратно пойдешь в тот мир, если ты обратно пойдешь в ту точку, где тебя убили, той точки уже там не будет. Не твоих вещей не будет, а как будто вообще другой мир, да? То есть не тот, где тебя убили, а уже какой-то другой. Поэтому, ребята, вот с этими мирами реально баги, а Skip Inventory я не могу разобраться, потому что он просто-напросто не работает. Это чё за... Да вашу мать, эти конченые баги, да что это за хрень? Как он там назывался? Я теперь не помню, как он, статуя. Я себе возьму обратно, почему я должен... Я ее сломал, потому что я хотел себе ее взять. King Clown. Я хотел ее себе взять, и, то есть переставить ее. Она же вроде нормально ставилась. В предыдущий раз, когда мы... Когда мы ставили, она нормально ставилась. Это она? Нет, вроде. Это вроде не она. Да вашу мать, эти конченые баги. Или что это такое? Ух, скелетрон. Не скелетон, не нужен нам скелетон. Где вот эта статуя? Отдайте мне ее обратно. С этими конченными багами нафиг. Ребят, я не знаю, как она там называется, честное слово. Статуя. Так, сейчас. Итак, вот я поставил вот эту статую, баганую нафиг. Я хотел ее сейчас, может, опять ее сломать, попробовать, но лучше не нужно, а потом опять ее ставить обратно. Ребята, можно сказать, с Клоуским миром мы закончили. Все, что мы там хотели сделать, мы закончили. В принципе, ребята, это действительно баганые какие-то мира, или не то, что сборка баганая, баганый сам вот этот мод. То есть, вот видите, мира эти заспаниваются, потом переспанятся, потом и меняются, и вот это все. И когда ты приходишь, то мир становится другой, потом через какое-то время возвращаешься, мир опять тот же, и твои вещи там валяются. Это хрень какая-то, если честно, поэтому нужно свои вещи возвращать, потому что я не хочу свои вещи профукать из-за какого-то бага, да. Почему? Я пойду, меня там убьют, и как будто, ну, нормально в Майнкрафте, да. Ты спускаешься в шахту, тебя там, например, крипер взрывает. Ни хрена себе, вы что тут забыли, друзья? Ты идешь в шахту, тебя там, например, скелетон, крипер взрывает. А, ладно, проснулся домой, возвращайся в то место, где тебя убили, забирай свои вещи. А тут такое не прокатит, потому что вот эти тут баги перед заспавниванием, потом опять за обратно спавниванием. Вот это реально очень бесит. Поэтому нужно себе или включать Keep Inventory, который тут не работает. А если Keep Inventory не работает, значит нужно возвращать себе вещички. Ребята, с Клоунским миром мы закончили. Все, что там нам нужно было, мы сделали. Убили босса. Босса клоунов на вертолете. И что нам, в принципе, там делать? Больше, если честно, ничего. Ну, что вот эти продавцы, да, за эти гемы, там можно что-то у них тотемы покупать. Поэтому, ребята, я у вас спрашиваю, как вот эти тотемы купить? То есть, где их используют, да, где их нужно ставить, чтобы они тебе пригодились. И, ребята, пожалуйста, скажите, какие патрончики нужны на вот эту снайперскую винтовку, потому что она реально крутая, хоть тут и вроде только 800 использований. Metal Pell, мне кажется, вот это. Да, все, ребята, уже не горите, я уже знаю, так. Вот так. Ну и так, спасибо, ребята, 800 использований, в принципе, мне кажется, где-то вот так. Нормально, нормально, ребята. Так, в принципе, сейчас уже рестарт сервера. А давайте пойдемте попробуем снайперскую винтовку, насколько она крутая. И знаете, что мне давно посоветовали, как мне дальше продвигаться? Ух ты! Как мне дальше продвигаться? То есть, что мне дальше делать, какие меня дальше боссы ждут? Во-первых, нам нужно прокачаться до 65 уровня. Не уровень майна, а вот там сверху, где вот там где-то в том углу, где показывают вот эти все уровни. Где вот эти все уровни показывает, то у нас сейчас 39, а нам нужно 65. Зачем? Мне объяснили то, что можно прокачивать вот эти уровни. Знаете, где их можно прокачивать? На боссах. То есть, что мы выбыли там? Не на боссах тех, которые мы... Помните?
Вот тот тролль-босс, нет, потому что там и ресурсы нужны, и это все добывать, это долго. А вот тот босс, который спавнится. Вот сейчас я бы туда пошел, но карта, вот, джунгли, может вот сюда куда-то. Вот, вот этот босс, который тут спавнится, когда ты убиваешь вот этих маленьких хренотени, да, вот эти маленькие. Вот тут мы в предыдущий раз его убили. Вот тут, где спавнятся вот эти хрени маленькие. Вот, вот они, вот они, вот они. То когда ты их убиваешь, то может заспавниться босс. И мне посоветовали, что лучше всего качаться на вот этом боссе. То есть, вот так спавнить вот этих. И качаться, боссы будут вот эти спавниться, потому что он не только один раз спавнится, а он много раз вроде спавнится. Мы будем на нем качаться, да в принципе даже на вот этих можно нормально прокачаться. Потому что мы их убиваем нормально, а с них еще и опыт вот тот падает, который нам нужен. Поэтому, ребята, мне кажется, тут будет как раз отличный вариант такой. Вот смотрите, они тут все спавнятся. Тут можно просто-напросто вот так прийти и сам вот так их поубивать, просто-напросто их, даже не того же босса. И плюс к тому, ребята, нам нужно прокачаться до 65 уровня. Зачем? Потому что после 65 уровня мы пойдем в ад. В аду есть очень много всяких монстров, которые там спамятся, с которых офигенные вещички выпадают, с которых офигенные пушки выпадают. И в принципе, там есть много данжей. Я, если честно, не знал, мы там вроде были один раз уже в аду, но мы там ничего не нашли. Но там вроде много всякого выпадает, да? Поэтому, ребята, мы потом туда пойдем, когда прокачаемся до 65 уровня. Ой, куда я нафиг упал? Когда мы прокачаемся до 65 уровня, мы, наверное, да вылези ты нафиг пьяный или как вот, да, в жопу эти. Когда мы потом прокачаемся, мы пойдем туда. Давайте, в принципе, даже сейчас пойдем посмотрим. И тут много всяких монстров, с которых выпадают очень классные вещички. Мы потом туда пойдем. Опа. Во. Вот мы уже, в принципе, вот сейчас тут, но мы не сможем убивать некоторых монстров, потому что, вот смотрите, это данж или что это? Охрен его знает. Хрен его знает, честно, ребята. Вот смотрите, что-то тут уже есть. Вот, смотрите, уже какие-то данжи. Это чьи-то качалка на скелетах. Ничего не ломать, можете появиться у дома. Ни хрена себе. Это уже кто-то тут. Опа, я портал выбыл. Ничего не ломать, чтобы спавнить мобы. Постойте наверху качалки. Царская качалка опыта. Ого, ни хрена себе, ребят, это не мое, честно. Вот сейчас я только сюда пришел. Я вот этот, кто-то тут уже качалки строит. Поэтому, ребята, вот смотрите, мы потом тут покачаемся и пойдем в данжи. Следующие боссы спавнятся вроде тут в аду. В аду есть даже несколько боссов, ни один, ни два. Ух ты, них, вот это можно было застроить, да? Это можно было застроить. Сейчас уже рестарт. Поэтому, ребята, потом мы тут сможем даже покачаться. Если это, не знаю, если мы сейчас добежим, то может я еще покажу, но вряд ли мы добежим, потому что сейчас уже рестарт сервера будет. Потом, ребята, мы это все разберемся. И самое главное, я, ребята, да, говорю, мы прокачаемся до 65 уровня, и после этого мы будем сейчас сидеть в аду. Ну, смотрите, мы убили вот тролля, мы убили коралл, вон того второго водного босса, который я только что показывал, как он спавнится. Мы убили вот этого... Ну, сейчас вот это клоунского босса. Какие следующие боссы? Ребята, помогите. Какие следующие боссы, которые нам нужно убить? Вот того скелетона мы потом убьем, да, которого мы не убили, он почему-то пропал. Тоже баги какие-то нафиг или хрен его знает. Хрена себе. Поэтому мы потом его опять попробуем убить. Так сколько вы тут вот этого построили? Сколько там еще нафиг? И я сейчас у вас, ребята, спрашиваю, какие следующие боссы есть, которых нам нужно убить? Мне кажется, нам нужно будет идти немного в шахты, потому что в шахты нам нужно ресурсы добыть. Опа, я уже потерял, куда я бежал. Охрен его знает, наверное, вот сюда. Да, вроде вот тут что-то есть. Нужно будет потом пойти в шахты, добыть себе нормально так ресурсов и скрафтить себе уже получше броньку, чем вот эту. А хотя вряд ли тут что-то есть, а, да. Нужно будет себе скрафтить получше... Получше, ребята, броньку. Но это мы сделаем, наверное, потом. Я говорю, может, я даже в шахты буду сам ходить, потому что нам броньки нужны, потому что эти ломаются. Это, ребята, потом мы посмотрим. Сейчас я вас, ребята, спрашиваю, скажите мне, пожалуйста,
какие следующие боссы, что нам нужно. Потому что я этот сезон не хочу растягивать на 150, на 300 там серий или сколько. Я хочу закончить как можно быстрее, потому что, ну, когда большой сезон, если честно, это не очень хорошо. А если мы вот так будем убивать хотя бы раз в пару серий босса, то там, я не знаю, босс там... Ну, тут нету вот такого босса, что прям пишет босс. Ну, а я, если честно, не знаю. Давайте я зайду в гейммод, чтобы просто-напросто посмотреть, сколько тут боссов есть. Если я вообще найду где-то. Но я где-то это видел, поэтому... Я где-то это... Вот, тотемы вот эти, я не знаю, зачем они. Это вот эти... Нет, это не боссы, это не руны. Ну, где-то я это, ребята, видел, честно. Вот вроде вот... Вроде, да, босс спавнинг, вот. Ancient Orb — это скелетон. Можно считать, мы его потом убьем. Тут... Ну, тут еще до хрена босс спавнеров. Вот, это есть, это потом будет. То есть два уже выбили. Потом Coral вот того водного босса, да, но... Его тут нету, поэтому он не считается. И вот этого... Тоже нету Тоя, потому что, видите, его тут тоже нету. Тут еще до хрена боссов, ребята, я не знаю. Потом будем разбираться, честное слово. Тут много боссов. Скажите мне, пожалуйста, какой следующий босс? Вот просто напишите. Эдисон, следующий босс вот такое-то имя. А я как-то потом уже постараюсь его найти. И на этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки, если хотите новую серию «Летние авантюры». Набираем 500 лайков. Сразу же выходит новая серия, как я уже говорил, или выйдет как можно быстрее. Также, ребята, оставляйте свои комментарии, если хотите со мной поговорить, что-то спросить, что-то посоветовать. Все, что от вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий. Я постараюсь его прочитать и на него ответить. Так, давайте выйдем. И также, ребята, подписывайтесь на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, я буду очень сильно этому рад. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.